Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Тюмени в Ростов для прибывших из Донецкой и Луганской народных республик. Неравнодушные жители, трудовые коллективы и предприниматели активно приносят необходимые вещи в пункты сбора. В этот раз много продуктов с длительным сроком хранения и средств личной гигиены. Понимая, что среди эвакуированных жителей много детей, люди приносят канцелярские принадлежности для школьников. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Сейчас поступил запрос, что нужны детские игрушки, детская литература. Соответственно, все новое. Вот, ну, наверное, сейчас это одно из необходимых вещей, которые на данный момент нужны. А вот посуда, например, нам сегодня тоже... Да, пластиковая посуда, кружки, ложки и так далее. Это тоже необходимо. Напомню, что в Тюмени гуманитарную помощь принимают во Дворце творчества и спорта «Пионер» на Челюскинцев 46, в центре «Семья» на Амурской 150 и в региональном центре активного долголетия на проезде Солнечном 10/1. А вообще пункты сбора работают по всему региону. Вся информация и телефоны указаны на официальных страницах регионального штаба «Мы вместе» в социальных сетях.